Побить отцовский рекорд Брюса Уиллиса хочет и Пинк. Певица всегда хотела баскетбольную команду. И вот он, наверное, настал этот момент. Такие слухи появились после того, как Пинк прогуливалась по магазинам со своим мужем в Лос-Анджелесе. Он так нежненько ее обнимал и постоянно гладил по округлившемуся животику. То ли покушали плотненько, то ли все-таки Пинк беременна вторым детенком. Пока она эти слухи не подтверждает, но и не опровергает.